Всем привет, дорогие друзья, с вами Скриптор, и это уже 10-й выпуск моего приключения в мире Майнкрафта. И что же, эта серия получится довольно-таки эпичной. А знаете почему? Да потому что мы просто отправимся к дракончику. Да, отправляемся! Как-то и так эпично получилось, да? Так, все, дракон нас уже, наверное, спалил. Так, он ведь спалил, да, нас? Фуф, повезло, повезло. Уже нас подтолкнул. Ну что ж, поскольку на нас напал дракон, нам придется обороняться. Так, эндермены, да, это минус. Просто не будем смотреть на них. Уничтожаем. Почти же попал. А может, уже попал. Давай. Вот так вот. Ага, вот, вижу, вижу. Ты спалился. Ну, почти же. What the fuck? Да что ж я такой косой? О, попал. Да, сейчас уничтожим остальные башенки. Ну, по крайней мере, минус одна башенка. А у меня тут где-то штук 10, наверное. Ну, давай, взрывайся. О, урон прошел даже. Так, о, отлично, еще одна минус башенка. Ой, это очень высоко. Блин, даже не знаю, попаду ли я или нет. Так вот. Ах ты, дракон-то наглый. Дерзкий. Так, ну ладно, уничтожим эту башенку попозже, где мои снежки. Так, осталось 3 стака, это, конечно, не так много. Во, еще одна минус. Так, уничтожаем потихоньку. Так. Во, еще одна минус башенка. Так. Во, еще одна минус. Да, конечно, еще много осталось. Ну ничего, должны справиться, по идее. Во. Все в минус у дракона. Так, еще одна башенка, которая довольно-таки высоко. Обстреляем ее. И ни разу не попали. Вон, придется идти вручную тогда. В таких вот ситуациях. Ну давай, дракон, попробуй меня убить-то. Я же блоком прижался. А, дракон пропал, значит, он сейчас вроде, по идее, не должен нападать. Если что, вон вот так в него зарядить стрелу. Давайте лучше снежок поймем в руки, чтобы его отбить. А, он же может сквозь меня сзади-то убить. Ну ладно, пофиг. Все равно кип инвентарь прописан же. Может, так сейчас попадем? Просто проверим. Не, не повезло, только в себя попали. А! Убили? Точнее, уничтожили? Так, ну ладно, пробуем отсюда. Значит, сколько тут еще? Раз, две башенки осталось. Ну, как-то быстро. А давайте пробуем с лука убить их. Точнее, уничтожить. Так вот. Выше берем. А так вот. Во, еще минус одна. И вроде бы, по идее, последняя. Да что ж такое? Блин, а. О, попал. Причем последней стрелой. Так. Теперь, я думаю, нам нужно уходить отсюда. Так, 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 так. Ой-ой-ой. Фу, блин, что хотел меня атаковать. Ну ладно, дракон, давай. Один на один, по-честному все. Давай, нападай на меня. Так, идет, да. Да-да-да, нападай, нападай. Ну, мне кажется, это все будет долго, да, потому что он, как всегда, боится, да, у нас ты боишься, дракончик. Ну, куда ты летишь? Ну, нападай ты. Эх, тупое создание.
Ну, подай, давай. Ну, он ударил ты меня, и что? Хотя я ему довольно-таки много урон нанял. Вот, смотрите, Нормен уже агрится. О, не боится, видимо. А зря. Опа, еще один удар хотел нанести сзади. Кстати, еще я смогу еще раз сразиться с драконом 1.9, потому что там есть, ну, новую тактику боя ведут. То есть, я не знаю, возможно, будет огнем изрыгать, и вообще он станет сложнее и умнее. Ну вот, это обещали в 1.9 добавить. И, в принципе, появится новый. Так. Ну, давай, нападай, дракоша. Ты же сможешь. Видите, какой он крутой такой вот. Ну, что ты там стоишь? Вот зачем? Вот скажи мне по правде, давай. Так, во. Ну, давай, нападай. Я жду твоей атаки. Так, так, о, скоро же будет буковка А, то есть урон до буковки А. Я так люблю называть. Привет! О, чё он не на меня не нападал? Пш-пш-пш. Ладно, добрый эндермен просто. Ну что, нападаешь? Он опять будет сейчас летать по полчаса. А, нападает, да. Давай, давай, есть. Есть! Есть! Опа, еще раз. Контрудар. Так, ох ты, хорошо. Сейчас по эндермену попаду. У меня еще есть вооружение. Ни по кому я не попал. Ну ладно. Ну давай нападай. Кстати, должна быть новая музыка в 1.8 в Энди. Но нет, немножко по-другому. Ну ладно, пофиг. Пофиг, пофиг на музыку. Потому что я и так ставил свою. Так, так, так. Ну давай, ну почти же напал. За что? Так. А-а-а. Он тролль, блин, 80 уровня. Если хочет сохранить жизни свои, тогда может просто сидеть там, я не знаю, в своем домике или где он там живет. Вообще просто летает. Вообще, я ожидал более сложную тактику с тобой. Он меня еще даже ни разу не убил. А я-то думал, будет сложно. Почти невозможно. Ну давай, нападай. Эх, ну зачем тебе... Тебе это вообще нравится? Там просто летать. И тебя еще на кнопку Windows нажал. Да, я думаю, это долго продолжится. Снова быстрая съемка придется. Так, у меня что-то вылетело. Так, ну... Эх, если за ним бегать, мне кажется, это его даже злит. Давайте сейчас испытаем. Эх, зачем я так запасался? Ведь меня дракон даже не убил. Вот, смотрите мою броню. Ну ладно, она немножко подсор, ну, поломанная. Так, ну броня просто хорошо но защищает. Давайте сейчас меня эндермен ударит. Пускай меня он бьет. Куда? Куда ты? Отнимает одно сердечко, обезбро... Ой-ой-ой-ой! Зачем я их разозлил? Дракон! Успокой своих стражей. Так, а где дракон? Где дракон? What the fuck? Ладно. Если дракона нет... А, вот он, вот он, вот он. Опять завис. Давай, лети сюда, ты гнида. Опа, нападает, неужели? Блин, я тебе один урон только успел нанести. Это плохо. Ну ладно, зато больше половины намного уже... О! Контрольный удар. Давай, давай. Ай, за что? За что так? Ну хотя бы, так сказать, дракон. А, ладно. То осталось, короче, 1/3 где-то жизней. У меня 28 уровень, и будет где-то, я не знаю, может быть, 90-й там. 70-й.
Так, 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 так. Вот жизни у меня уже немножко мало становится, да, вот признаю, я могу умереть. Какой же ты скучный. Буду строить дом, короче, все, вот, моя крепость. Крепость! У меня уже глюки от скуки начинаются. Ну давай ты, цикло тупой, нападай. Ведь реально, вот, блин, ну зачем Моджанг такого тупого, идиотского дракона сделала, который нападает раз в 5 минут? Я его разозлил, я его даже не нанес ему урон. Идиотский дракон. Ну давай, 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 давай. Понял, да, как связываться со мной? Ну давай, не... А, нет, я не понял, давай еще раз мне покажи. Давай, давай, показывай, как меня надо избивать. Давай, ты же мастер в этом деле. Ну давай, показывай, показывай. Ай-яй-яй, мне больно, да. Давай еще раз, я же сейчас сдохну. Я вот даже сейчас не буду есть. Специально для тебя, вот специально, вот для тебя, да. Ну, да, молодец. Давай, у меня мало жизни. Вот, во, во. Мало жизни у меня. У тебя даже больше намного. Куда ты делся? Ну, давай, нападай. Ой, ты мне очень больно сделал. Ты мне уже чуть больше половинки отнял. Точнее, ты мне половинку отнял. А у тебя осталось, ну, у тебя много осталось, да. Вот ты меня убьешь. Я вот уверен, что ты меня убьешь. Да. Я тебя не убью, я не вру. Вот ты меня убьешь. Вот, вот, давай, это решающий удар, ты меня сейчас убьешь. Вот, видишь, ты мне очень много отнял, в принципе. О, нет, только не это туда. А, я же сейчас умру. Ну, я сейчас серьезно умру. Так, давай быстрее, пока у меня жизни не заряжаются. Давай, наноси удар. Я же сейчас это, ну, восстановится все жизни. Ой-ой-ой, у меня осталось 2 сердечка. Давай, наноси мне удар. Наноси мне удар. Я же сейчас умру. Я же сейчас умру. Наноси мне удар. Да, финальный. Стой, стой, стой. А отдых ты где? Все, готово. Давай сейчас. Отлично. Прям классный момент. Вот теперь не надо связываться со мной, да? Драконище тупое. Да, опыт, 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 очень много опыта, больше опыта, о да, кайф, это же просто кайф. Серьезно, маловато опыта. Где яичко? Ну где яичко? А, вот оно. Так, 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 теперь остается одна тактика. Так, ну, на это яичко под себя закопать. А если сделать так? То оно разобьется так? Да, отлично, оно сдропнулось, я так и даже не знал. Это будет как памятник яйцо дракона, да. Будет классно. А если, прикиньте, там в новой версии из яйца дракона так выпадет дракон, и мне все уничтожить. Ну ладно. Эх, заветные титры. Майнкрафт. Майнкрафт, Майнкрафт Амана. Майнкрафт ландшафт Амана, строите начальника. Ну, уже подождем немножечко. Ходит легенда, что из этих титров невозможно выбраться. ICT Player, you mean. Скелетор 98G? Да. Это я. Вот мы и выбрались, и теперь мне предстоит найти дорогу домой. О боже. Ну ладно, дорогу домой я помню. Сейчас заберем все вещи. Сходим домой. Точнее, уже продолжим. Точнее, увидимся дома. Вот мы и дома, в принципе. Ой, на меня мобы уже нападают. Соскучились, да? Вот, в принципе, мы и дома, и уже мобы нападают. Давайте тут поставим такой вот памятник. Так, так. И вот так вот. И поставим тут табличку. Да, давайте сейчас скрафтим ее. Так, так.
Так, так. Так, теперь, кстати, поскольку мы убили дракона, нужно еще убить иссушителя. И тогда уже выполнять ачивки от подписчиков. Вот так вот. И, памятник. 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 Так сказать, дракону. Дракону. Убитому, давайте. Убитому. Убитому. Дракону. Сейчас у нас 04, 02, 2015. Ну так получается, вот такой вот у нас памятник. Ну и в принципе, да, вот спасибо всем, кто смотрел меня. С вами был Склитор. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи и всем пока.